Да не служба. Служба это что, любительская? Любительская, да. Рекламируемся. Что, гуляем на дороге, да. Увлекаемся. Это не катит, железная дорога. А? Железная дорога, любительская, снимать нельзя. Вот здесь приезжает, снимает фильм. Приезжает, снимает. Они мне предоставляют все лицензии. Допуски, кто им разрешал. Так на это нужно разрешение, а на любительскую съемку разрешения не нужно. Любительские не имеете права снимать. Особенно работу и пропуск поездов. Так работу вашу мы и не снимали. Нет, снимали и работу, и пропуск поездов. Поезда снимали, так как? Запросите, Саня. Где запрещено-то? По какому документу? Да, простите, вот у нас есть документ. Я сразу должен. Нас уже отпускали много раз. Охранникам приводили. Мы им это показывали, нас отпускали. А нету ни печати, ни подписи, всем заверено. Вас никто не собирается забирать. Давай, они уже нас будут поднимать. Где? Где ты был? В туалете? Там Миха, да. А ключ не есть? Мой. О, Григорьевич, пока держите, подай, пожалуйста, одну ключ. Так, ребята, а что вы снимали? Ну, как поезда приезжают? От какой-то организации или что? Нет, просто любители. Просто так? Да. Нам просто нравятся поезда. Да, увлекаемся, интересуемся. Да, вот сейчас изучаем. Ну, да. Должен быть. Вот, настоящий такой черный. Да. Вот, смотрите, в общем, короче, на пути выходить нельзя. Угу. То есть можно снимать только с платформ. Хорошо. Выход на пути, соответственно, ну, должен быть какой-то допуск, чтобы выходить на пути. Угу. У вас его нет. Либо хотите снимать там, вот, дискотека, по платформам? Да. Дискотека, да, не говори. Вот. По платформам? Не, ну на платформе снимать можно, есть даже распечатка. Да, 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 да. Но на платформе, но не на путях. Хорошо. У вас где? Где он вас нашел? Он, ну, он там вот. Где он вас? Ближе снял? Уже. Ну где-то недалеко от платформы. В общем, ходите тут, гуляйте, смотрите, пожалуйста, никто вам этого не запрещает. Но на пути выходить не нужно. Если просто видят вас на путях, я как бы сейчас звонить, конечно, никуда не буду. Это нахуй неинтересно и не важно. Но если заявят машиниста, они заявляют, мне придется на транспортную полицию вызывать. Хорошо. Вот. Понятно. Там спасибо. Не вам эти проблемы, не мне. Вот. Ходите, пожалуйста, смотрите. Скоро приедет паровоз, нам это интересно. Но вам погуляют. Хорошо. Не, 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 не